В областной центр в минувшую субботу с ярмаркой приехали сельхозтоваропроизводители Глубоковского района. Мероприятие традиционно собрало большое количество жителей и гостей из Каменногорска, желающих приобрести натуральную продукцию по доступным ценам. Ярмарка Глубоковского района прошла в рамках проекта «Туган жер Алтынбесегем». Фермеры представили самые разнообразные товары. Несколько тысяч килограммов мяса, рыбу, овощи, мед, сыры, молочную продукцию и многое другое. Я занимаюсь изготовлением сыра. Так как мы являемся производителями молока, цены на наш сыр гораздо дешевле, чем у других крафтовиков. Мы себе это можем позволить. Продавцам желаю хороших продаж, благодарных покупателей, всем покупателям хорошего настроения и позитива. Свою продукцию на ярмарку выставили десятки предпринимателей из Глубоковского района. Важно отметить, что цены здесь ниже рыночных, ведь товар минует перекупщиков и реализуется напрямую от производителя. Вот такие ярмарки пусть всегда будут продолжаться. Привозим мясо, конина, говядина по очень низкой цене, ниже, чем рыночная стоимость. Мы очень благодарны, что вот такие ярмарки у нас проводятся. Субботние ярмарки, которые стали уже традиционными в областном центре, отличная возможность для горожан приобрести экологически чистую продукцию по приемлемым ценам. Наша продукция представлена орехами в меду, натуральным медом. Мы находимся в Глубоковском районе, село Быструха. Производство у нас сейчас маленькое. Начали мы производство вообще пасека у нас 1925 года, а начали непосредственно превращение в бизнес с 2022 года. Также мы являемся участниками «Одно село, один продукт» регионального проекта. Также мы получили в этом году грант на развитие бизнеса и будем открывать цех по крем-меду. Сегодня глубочане порадовали жителей города Усть-Каменогорска, а также всей Восточно-Казахстанской области валенками. Это очень актуальная продукция перед зимой. Также мы представили свои сыры, которые у нас производятся в селе Черемшанки, нашим маленьким таким сельхозтоваропроизводителем. Также была представлена и кондитерская продукция. Кроме того, были представлены разные виды меда. Поэтому я думаю, что Глубоковский район у нас такой разнообразный, разноплановый. Я думаю, что всем очень понравилось, очень много жителей купили валенки. Как уже сейчас сказали, Глубоковский район сегодня много кого согрел. Чтобы поднять всем настроение и согреть холодный осенний день, для гостей ярмарки организовали концертную программу и спортивные соревнования. Всех угощали чаем и сладостями.